Привет, мои друзья. Сегодня 21 ноября. Сегодня более-менее тихо, спокойно у нас. Почти что ветра нету здесь. Не знаю, что будет там на море сейчас. Вот мы с вами посмотрим обязательно. Вот мы с вами обязательно попозже съездим и по Архипке покатаемся. Вот сейчас просто нахлынули дела. Никуда не выезжаю и никуда, в общем-то, не выхожу. Дома занимаюсь. Вот. Но все-таки прогуляться нужно, пройтись, так говорится. Вот подышать. Вот, выбираюсь. Вот и для вас заодно видосик заснять. Вот тут ветерок начинается такой легенький. Туя стоит. Зеленая, с ней все в порядке. Нету здесь у нее никаких желтых веток. Потому что мы сейчас находимся подальше от моря. Цветы вот здесь вот сдохли. Видите? Столовая Смак закрыта. Вот видно, что тут люди пытались выкопать цветы. Дует, собака такая. Неприятно будет на записи это все слушать. Закрытый рыночек. Кстати, более-менее чисто. Сюда обычно зимой ветер задувает. И там листья повсюду. Ну, нагребает листья. Пивмаг уже не работает, потому что работает. В центре есть пивная там, вот она работает, и местные тоже посещают. Но сейчас пока есть здесь вот такая ситуация. Так что с нашим Малибу? Сейчас посмотрим. Малибу, ворота закрыты. Давайте посмотрим, пройдем через ворота, что там и как. Вот это пика, я ее называю пика, по которой поднимается вся эта конструкция. Кстати, ворота открыты, но заходить мы не будем сейчас. Просто открыто так технически. Там Evolution, все дела. Ну, пустота, видите, внутри никого нету. Тир, который здесь вот был, лобный шарик, то есть видите, какая грязюка тут. Ну, я к тому, что не сезон, здесь разыгрывался мопед летом, я помню. Тут все еще никак достроить не могут. Какой-то такой хозяйственный блок. Хозяйственный, споткнулся. Хозяйственное место для хозяйственных нужд.
вижу на рыночке, там работают несколько ларьков. Сейчас на море будет ветер, поэтому прошу прощения сразу. Ну, как-то вроде поменьше сделайте громкость. И все будет нормально. Друзья, не пишите мне, пожалуйста, что надо монтировать, силу ветра уменьшать. Не люблю я монтировать видео. Заснял, скинул вам, смотрите на здоровье. Вот рыночек работает. Взял с собой фотоаппарат, как всегда. Сейчас я настроил камеру. Буду снимать фото тоже. Калибри. Вчера еще ночью, когда ходил здесь с собаками гулять, я ночевку сегодня не снимал. Вот. Был сильный такой ветерок и шторм вот этот вот. Шторм, который вы сейчас видите. Такой же самый шторм. Кстати, жемчужина кафе вот до сих пор работает. На набережной вот такая вот ситуация. Сейчас есть несколько человек, которые ходят тут. У нас шторм в Архипке. Никто не купается. Да и еще потому, что у нас сейчас не сезон. Вот такая вот ситуация, друзья, на море. Вот сегодня уже сколько времени сейчас? Уже, наверное, 3 часа дня, 4. Вот такой вот релакс у нас сегодня на море. Идем дальше с вами. Камеру пока выключил, ту, на которую снимал. Фото. Вот такая вот Архипка сегодня у нас, друзья.
Пойдемте, как всегда, до нашего якоря. Это еще не закат. Закат будет скоро. Быстро время проходит, друзья. Быстро все происходит. Заснять что ли закат сегодня? Не знаю, закатные видео есть на моих каналах. Сейчас снимал. Не сейчас, а вот когда снимал, в прошлый раз. Закат. И на канале Евгения Архипосьмовка. Вот, и на канале Relaxation, мой американский канал, англоязычный, так сказать. Красота, друзья, красота и только. Сейчас я засниму маленькое видео здесь, вот, с Люмикса, вот это вот, волны и солнце. Вот так вот. Как видели, сейчас как полыхнуло вот здесь вот. Еле успел отбежать. Такая волна была. Так, на набережной, друзья. На набережной у нас вон там 3 человека. Я вижу. И здесь 3 девушки идут. 3 девушки. Девушки, это хорошо. Меня в комментариях спрашивают, так классно выглядишь, вроде как это, влюбился что ли? Ну нет, друзья, что-то мне, вы знаете, любовью тут вообще у меня не пахнет. Я вспомнил этот комментарий, вот, и решил прокомментировать сейчас. Вот, классно, комментарии, друзья, я люблю комментарии, когда вы пишете такие, ну, с юмором. И тогда я с юмором отвечаю, потому что я не знаю, как вот каждый человек по-своему вот реагирует на все. Вот сейчас с одним пошутишь, он обидится, надуется, скажет: ну вот, что ты там такое мне говоришь? Ты можешь быть серьезнее. А такие бывают тоже. А бывает, что вот шутят в комментариях, и я чувствую, что шутка классная. Вот, и тоже начинаю подыгрывать. По ситуации, друзья. Вот тут вот Чубакин, Мабакин. А там еще один Чубакин. Наш якорь. Вот такая вот ситуация, друзья. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайкос жирный.
И пишите комментарии, пожалуйста, пишите, будьте активнее. Спасибо вам за внимание, друзья. До скорых встреч.